872 дня голода и страха. Именно столько длилась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 27 января исполнилось 78 лет с момента освобождения ленинградцев от фашистской оккупации. День снятия блокады Ленинграда – памятная дата для истории страны. В этот день уже традиционно проходит всероссийская акция «Блокадный хлеб». Ежегодно присоединяется к ней и Десногорск. Волонтеры Победы волонтерского штаба города вышли на улицу, чтобы напомнить жителям об истории и подвиге страны. Кроме информационных листовок, они раздавали прохожим хлеб. 125 граммов – ежедневный паёк ленинградцев, только на 75% состоящий из муки, стал символом жизни и надежды. Кусочек хлеба напоминает о тяготах военных лет и о мужестве людей, которые пережили страшные лишения в оккупированном городе.